Люди в масках и специальных защитных халатах сейчас кого-то вряд ли удивят. Но если они появились в подъезде вашего дома, будьте уверены, качество его санитарной обработки сразу улучшится. Комиссия администрации округа и руководитель госжилинспекции Московской области Ольга Федина проводят инспекцию многоквартирных домов, чтобы убедиться в том, что управляющие компании соблюдают все требования с учетом сложившейся эпидситуации. Один из адресов – дом номер 17 на улице Чикина в Одинцове. Мы проверили многоквартирные дома, мы проверили подъезды, мы провели инструктаж с персоналом непосредственно, который работает и проводит дезинфекцию. Мы также провели инструктаж с руководителями управляющих компаний. Я могу сказать, что сегодня в Одинцовском городском округе мы поставили отметку «Проверка проведена на отлично». Важно, чтобы все применяемые для уборки средства были сертифицированы. В основном это хлорсодержащие растворы, которые разводятся с водой в необходимой пропорции. Помимо подъездов обрабатываются входные группы и места общего пользования. Обработка подъездов осуществляется одноразовыми тряпками. После обработки обязательно весь протирочный материал складывается в отдельные двойные пакеты и утилизируется надлежащим образом. В целях контроля за работой управляющих организаций областная госжилинспекция совместно с Министерством государственного управления запустила приложение. И если зимой проверяли наличие сосулек, наледи или снежных навесов на кровлях и фасадах, то сейчас появилась новая категория – отчетность о проводимой уборке территорий и дезинфекции подъездов. В настоящее время тщательная обработка мест общего пользования практически жизненно важна для всех обитателей многоквартирных домов. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».